Друзья, прямо сейчас на территории Украины есть много людей, нуждающихся в продуктах, лекарствах и других самых необходимых вещах. Братья организовали помощь. Они закупают в других городах продукты, средства гигиены и другие нужные вещи и на микроавтобусах везут в Киев. Там это все раздают нуждающимся, в первую очередь пожилым людям и детям. Есть большой запрос на помощь больницам и детским домам. Для этого необходима постоянная материальная поддержка. Давайте не будем проходить мимо нужд людей, которым нужна наша реальная помощь. Все реквизиты в описании и на экране в конце видео. Сделаем то, что можем. Важна любая сумма. Пусть вас благословит Бог. Светит в окно луна, ветер слегка прохладный. Где-то идет война, вой канонады ратной. Губит народ вражда, грех над умами властен. Голод, болезнь, нужда, смерть оскал. Мы, значит, в Киеве, здесь очень мало где можно взять продукты, лекарства тем более. Они есть, но в некоторых только точках, и туда могут попасть, ну, некоторые люди, а если и попадают, то там очередь от 100 человек и больше. То есть фактически очень сложно где-то что-то брать. Можно, но очень сложно, поэтому многие люди уже по пару суток просто в голоде. У них нет продуктов, лекарств выехать не могут, потому что они здесь сами. Особенно пожилые люди и дети. Это больше всего пожилые люди и дети. Что мы делаем? Люди жертвуют деньги, мы перевозим им это с Винницы, с других точек, где можно еще купить, где нет выстрелов. Мы это все перевозим сюда, привозим бусами в Киев. Здесь у нас есть точка. Мы расфасовываем, и люди приходят, берут здесь, или мы возим по Киеву, по точкам, где люди не могут выйти. В общем, мы это все возим, пакуем, здесь распаковываем. То есть нужны деньги для того, чтобы обеспечить продукты питания, лекарства в Киев и в больнице особенно, кстати, надо. Сейчас очень много просят помощи в больнице. Hi, my name is Alex, and we came to Kiev from Chernivtsi and then from Vinnytsia. We bought some food there, some medicine and different goods, and now we are in Kiev and we help people here, because here they can't buy food and medicine, and so people come to us and we can help, or we deliver to them everything to different places in Kiev to help all people and children and ill people. And we bring this food to the hospitals, to kindergartens and different places. So pray for us, please. And if you can help us, we will be really thankful. So everything to God be the glory, and pray for us, please. We are in Kiev now. Thank you so much for your donations. We are in Kiev and we try to help people here, to help to the hospitals, to help different children and families and old people. So we are in Kiev now, and thanks God we could buy some food, because here is no food and really no medicine. It's really difficult and really dangerous here. But thanks God we are safe and we can work here for Him. So pray for us, please. Thank you so much for your donation, for your help. Because of this, we can do this in Kiev. Губит народ вражда, грех над умами властен. Голод, болезнь, нужда, смерть и оскал ужасен. Горька страдания година, разгул нечестия велик. Сегодня плачет Украина, а с ней и я душой поник. В этой слепой войне горя и слез так много. Жалко людей вдвойне, тех, что живут без Бога. Беды ее страшат, негде искать подмогу. Плачет моя душа,
мир находя лишь в Боге. Горька страдания година, разгул нечестия велик. Сегодня плачет Украина, а с ней и я душой поник. Светит рожок луны, в сердце вопрос набатом. Господи, укажи, как быть полезным брату. Горька страдания година, разгул нечестия велик. Сегодня плачет Украина, а с ней и я душой поник. Горька страдания година, разгул нечестия велик. Сегодня плачет Украина, а с ней и я душой поник.